Готовь сани летом, а иммунитет осенью. В Ивановской области стартовала прививочная кампания. Поликлиники готовы принять жителей региона. Более 160 тысяч доз вакцины «Совий грипп» уже поступило. Всего запланирована поставка более 400 тысяч доз. Хватит всем. Дискуссия по поводу вакцинации, по поводу прививок, она в обществе идет. Был тренд одно время на тотальный отказ от вакцинации, причем не только по гриппу, а по всем заболеваниям. Но на сегодняшний день, особенно вот у нас были вспышки по коре, одно время нехватка вакцины от полиомиелита, это людей подтолкнуло все-таки к вакцинации более ответственно относиться. Поэтому сейчас мы стартуем во всех поликлиниках и видим, что народ идет, и идет очень активно. В среду прививки сделали сотрудники Департамента здравоохранения и руководители медучреждений региона. В первую очередь прививают тех, кто работает и учится вместе с большим количеством людей. Школьников, студентов, призывников, педагогов, врачей, работников сферы обслуживания. Совий грипп подходит детям с 6 месяцев, а также беременным женщинам со второго триместра. Само заболевание, оно протекает в разных формах, но мы всегда, когда говорим о гриппе, должны понимать, что опасное осложнение. Это могут быть и различного рода пневмонии, и нарушения со стороны центральной нервной системы, со стороны органов зрения, вплоть до слепоты. Поэтому, сделав прививку от гриппа, мы как раз занимаемся профилактикой вот этих вот осложнений. Каждый раз ученые создают новую вакцину, которая обязательно отличается от прошлогодней. Учитывают циркуляцию штаммов в предыдущий эпидсезон по всему миру и пытаются спрогнозировать, какой заразы ждать в этом. На отечественном рынке Совий грипп – наиболее универсальный препарат. Она иммунизирует против вирусов гриппа А, причем двух типов. Вирус гриппа H1N1 – это пандемический вирус и вирус, который сейчас циркулирует среди населения как сезонный грипп. Вирус H3N2, который циркулирует сезонно и дает сезонные вспышки конец ноября, начало декабря. И, наконец, вот, поскольку вспышка 2018-2019 года она была обусловлена с большой долей вируса гриппа B, две линии Ямагата и Виктория, то современные разработчики генно-инженерные, они включили антиген гемагглютинин именно вот против вируса гриппа Б, антигенов вируса гриппа Б. В 7-й поликлинике в прививочный кабинет очередь. На вакцинацию пришли и сотрудники, и прикрепленные к учреждению пациенты. Все они уже побывали у терапевта. Противопоказаний к вакцинации не выявлено. Это обязательный осмотр терапевта, в первую очередь измерение температуры, измерение артериального давления. Если есть какие-то жалобы, соответственно, они называют свои жалобы, да? Желательно сдача анализов, общий анализ крови, общий анализ мочи. Да, и, соответственно, по результатам анализов мы направляем на прививки. В данный момент в основном на прививки от гриппа. Вакцинация поступила 26 августа, и ежедневно у нас идут пациенты на прививки от гриппа. С каждым днем их становится все больше. Валерия каждый год прививается от гриппа. В этом тоже решила не затягивать. Это быстро и совсем не больно. Я прививаюсь каждый год вообще. Если есть какая-то возможность, позаботьтесь о своем здоровье. Я считаю, что это нужно делать. Никогда никаких осложнений, ничего не было. Всегда чувствовала себя хорошо. И буду продолжать. Иммунный ответ на прививку вырабатывается за 2-3 недели. Профильный департамент ставит задачу вакцинировать как можно больше граждан так называемой группы риска именно сейчас, пока хорошая погода и нет всплеска заболеваемости. Завершить прививочную кампанию планируют к концу октября. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.